Двигатель 1.6 бензиновый, 109 лошадиных сил. Механическая коробка передач. Передний привод. Машина 2010 года выпуска. Подсветка багажника. К контактам старой желтой лампы подсоединили два светодиодные ленты. А вот и Пионер. Думала, что не будет четко играть, но штатные колонки не подвели, очень радует. Ксенон. Помылись и одели летние тапочки. Решетка. Решетка радиатора начала очень сильно облезать, точнее хром с решетки. Решила снять и отдать ее на перетяжку карбоном. Грязная Ксения плюс ксенон глазами водителя. Вот так вот светит китайский ксенон со стороны водителя 4300. Плюс еще до сих пор без решетки. Решетка радиатора. Вот наконец, то после 12 дней мучений, я получила решетку. Очень даже симпатично получилось. Thank you.
дальний свет и поворотники. Поменяли переключатель поворотников и дальнего света плюс поменяли реле. Оно уже стояло не родное, российское и по размерам сильно отличающееся от оригинала. Поменяла лампочки освещения приборки, а то две штуки перегорело. Цвет менять не стала, оставила приятный зелененький плюс, отвалился саморез у часов. Лампочки поставила на 3 ватт, на 2 не нашла и не стала заказывать. Заказала реле регулятора. А то аккум сел за 40 минут.